Ти? Коли то? Да мужчина чорноусой, яблочком угостили. У їх полна коробка. О, ти вот где, подруга. А я тебе там, где калитка открыта. Ти слышиш? Привет. А ты все гуляешь? Гуляю, а что не погулять с подружкой? Выходной-то день. Ой. Такой-то. Да. Коза ножка. Ты детка была такую. А молока немножко. Принимай на постой. Тебя, что ли? Че меня? Зачем мне? Козу, я говорю. А мне... Мне ж ехать пора. Как? Где товарищ собирается жить? Альбина Петровна, познакомьтесь, это мой муж Виктор. Здрасте. Простите, Виктор у меня очень ревнивый. Ну, очень приятно, ну и что? Альбина Петровна, он устроится где-нибудь, вы не беспокойтесь, да. Мне только чтобы ребенка. Илья! Подождите, милочка, подождите. Вы знаете, мы с вами так не договаривались. Подождите. Во-первых, у меня голова. Во-вторых, у меня редкие простите, кактусы. Почему здесь кактусы? Ребенок должен жить там, где живут его родители. Все на месте. Ни одной женщины нет такого порядка, как у меня. У меня даже есть хобби. Когда я в Союзе нахожу деньги... Какие деньги? Ну, монетки, копеечки. Я их заворачиваю в бумажечку и над каждой написываю, в каком месте, при каких обстоятельствах я их нашла. Да, у меня даже есть специальная тетрадочка, где я черчу график жизненного везения. Это что, дети? Их кормить надо! Ваша фамилия? Кравцов. Липкина, учитель химии. Тебе же говорили, что у нас участковый отдыхает. А ты права качаешь. Ты видел нашу речку? Знаешь, она у нас бурная, а? О, Казбек прям! Казбек-гора. Черек. Да. Одну вас оправдывает молодой человек. Конечно, вам надо было себя мужчиной показать, на своем настоять, понимаешь? Где была? У Люберецких. Мам, что такое истина? По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста. Тогда скажи, существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательств? Конечно. Если бы не было таких истин, человек оставался бы зверем. Сынок! Чья орешь, Харитина? Так, сынок мой, Колька пропал. Колюшка. Федор Ипатович. Ну? Федор Ипатович. Может, в милицию извинить, а? Ну, погоди, с милицией всегда успеешь связаться. Ну, заигрался где-нибудь, поискать надо. А Егор-то где? Ой, а? Да пьяный он. Закрыла его в сарай. От греха подальше. Ну вот, ребята. Просит. Вот. Ну вот, двое здесь, а двое там, за стенкой. Действительно, точно такой же. А там это, белья нет. Это так должно быть? Нет, нет, я сейчас принесу. А-а. Вот ключ. Ага, пожалуйста. Спасибо. Дед, нам такой вороной и самим сгодится. Уж больно страшен чертогон. Одичал мужик, один живет. Одичал совсем без любви. Не постирать, не сготовить и обругать некому. Коля. Кто это? А это мой друг Коля. Я тебя спрашиваю, кто это? Как твоя фамилия? Забыл. А ты вспомни. Кесарева. Ну, Кесарева. Так это ж доктор Барменталь. А ну... Истинно вам говорю, 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось. Ой, это точно, господи. Говорю. Точно.